have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! И сегодня мы летаем на самолетах. На разных самолетах. На старых самолетах. Я думаю, что многие из вас узнают в этой игре одну другую известную игру. Оу, разлетелся. Вот, у меня упреждение появилось на тебя. Как? Блин, я же... Я же есть стрелять в тебя. Так, стоп, надо навесиком. Ну-ка. Есть попадание. Отлично. Минуточку, его сбили? Да, мне что, сесть засчитали? Блин, там сзади нас три чувака. А вот это я, наверное, сейчас зря делаю, да? В одно рыло лечу на всю эту толпу. Кстати, если что, кот у нас в противоположной команде где-то. Да. Есть, минус. Неплохо влетел против двоих. Так, стоп. Вот он, вижу, сейчас. Так, походу, надо накопить скорость. Да что за лаги? Насчет лагов мы не договаривались. Выходим на него. Есть! Неплохо. Эй! Мне по крылу фигарят. Сейчас мы еще раз на него зайдем. Я думаю, получится. Нет, не получится сбить, у нас не хватает маневренности. Падай! Вот так, спасибо, мне засчитали сбитие. Крутяк. Так, ладно, тут где-то еще летают ребята, только я потерял дофига скорости, мне нужно чуть-чуть набрать скорости, я поменял слишком много высоты на скорость, надо выйти из боя и набрать немного скорости. Так, вообще, моя команда 19, ваша команда 6. Отлично, разворачиваемся. Я почти сбил. У меня еще патроны есть, неплохо. Оу, мы выиграли. Эй. Неплохо, мы так зашли под конец раунда. Сколько я успел сбить? Двоих, троих? Неплохо. MVP. Ты? А, вот ты чувак, да. Хорошо. Подзаработали немножечко денежек. Тут я смотрю, мы второй раз заходим. Ну, как бы я второй раз сюда захожу. Я смотрю, как бы, как тут все это идет. Так, ладно. Вроде как то ли за 90 тысяч, то ли что-то такое, можно открыть новый самолет. Тут есть несколько раз, несколько стран, которые участвуют, несколько этих, вот, но... Так, зеленый, это же наш, да, вот. Вот этот вот. О, ты в нашей. Попал. Я ему 3% урона на двигатель нанес. Прикольно это пишут так. Да зачем ты мне цель-то перекинул? Да ладно, я в него не попал. Иди сюда. Это Zero. Это мой исконный противник. Я как Wildcat должен по нему стрелять. Потому что Wildcat это американские палубные авиации, по-моему. Да, все что... Cat, Wildcat и всякое такое. Это палубная авиация. Оу, меня сбили, прикол. Это, по-моему, первый раз такое произошло. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Давайте. Да, я пойду дальше на Wildcat. Я не хочу летать на Zero. Не знаю. Как бы Zero должны быть. Я не знаю, как в этой игре. Вообще по жизни, по идее. А6М2, А6М4, вот эти вот, они должны быть по маневренней, чем Wildcat. Вот, но у них гораздо меньше брони, потому что они делались чисто с расчетом на скорость и. Так, дурачок. А, ты и так падаешь, я тебя. Я уничтожил самолет. Правда, я его не уничтожал, Ну, по-моему, падай! По-моему, наша цель разрушить базу. Наша цель настрелять фрагов. Это был мой килл! Блин, он еще успел кого-то сбить. Я в обломки врезался.
уходи из-под огня. Умногору не пойдет, Умногору обойдет. Так, давай вкладываем максимальный вираж. Неплохо я развернулся против этого чувака. Есть, не засчитали сбитие. Сзади меня чувак, надо бы как-то... Блин, единственное, что я не понимаю, как здесь форсаж добавить. Ну, я пока просто второй раз только играю. И мне интересно, вот мне нужно увеличить скорость. Как мне добавить форсажа на двигатель? Я не знаю, как это сделать. Так, кстати, надо будет разбираться в кнопках. А, да, gear. Все, G это gear, все нормально, все хорошо. Я, правда, за счет этого потерял дофига скорости, опять же. Так, вот этот чувак. Я его взял в локон. То есть. О, это P40! Это этот, кошачий ястреб. Ей-ей-ей! Блин, я. Не заметил. Чувак на меня шел, и. А я смотрел на другого чувака, поэтому не заметил, да. Вообще, на самом деле, мне пока что нравится летать на кошаке. Неплохой самолет. И вообще, надо будет накопить денежек и купить что-то из хорошей немецкой качественной авиации. Блин, давай, ладно, уже не надо разворот, уже все, 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 все. Так, ближайший чел здесь, здесь. Вот он. Викимейт, мне помогут? Блин, да как ты меня в лобовую-то переиграл, чувак? Да, я же первый по тебе начал стрелять, по тебе урон даже начал проходить. О! Хорошо, вот. Нам сюда. Вот этот чувак. Так, это у нас кто... он на P40. Блин, надо посмотреть, что за пушки на P40, потому что изначально он по пушкам не особо-то... Ну, не особо-то отличался. Там стояли те же пулеметы. Воу-воу-воу-воу! Этот чувак на меня прям зашел, смотри. Есть, наконец начал попадать. Да блин, вроде же стреляю и навесом, и в упреждении, и всякое такое. Они выигрывают, потому что они уничтожают наши базы. Я же, блин, тебе говорил, понимаешь? Вот аккуратно, да? Почти нет участия каких-то... Нам нужен бомбер, стой. Нам нужно заходить к ним в базу и выстреливать их здание, чтобы мы получили. Хорошо, пойдем. Хорошо, пойдем, я не против. Давай, набираем скорость, летим туда. Хотя 11-17, смотри. 11-17. У них счет идет еще и на киллы. Да блин, опять какая-то крыса стреляет. Тут же самое, тут P60 на раз. Разворот, разворот на него, давай. Мне не хватает маневренности. Минуточку, у него тоже Wildcat. Да как я не попал-то? Выходи из штопора. Да, мне мои тиммейты помогут. Тебе помогут? Зачем? Иди сюда! Я, блин, сзади тебя, мне нужна помощь. Я сбиваю чувака, между прочим. Тиммейт, блин. Мы просрали этот раунд, ладно. Сказал бы сразу, что ты сзади меня. Сказал бы сразу, что ты это... Я тебе сказал. Нет, ты сказал бы, когда мои тиммейты помогут. Ты такой причитаешь, стоишь. Так, 32 тысячи, хорошо. Знаете что? Хорошо, давайте чисто посмотрим, как это. У нас на 0 520 максималка. Тут 540. Блин, мне не дали выбрать, я хотел 0 выбрать. Прикиньте, здесь у Wildcat максималка больше, чем у 0. Хотя... По-моему, по идее, было наоборот. Ладно, я вас понял. У них не то, что база, у них... Блин, ну чувак на 3 километра, он прямо наверх идет, смотри. Он сейчас будет атаковать сверху, это, в принципе, выигрышная тактика. Они все наверх идут. Не все. Есть, самого верхнего сбили. Блин, у меня критическая скорость, у меня сваливание начинается. Я пошел отсюда.
Есть, критическая. Не, не критическая, обычная. Я пошел на их базу, короче. Ладно, раз вы так говорите, я пошел на их базу. Все. Я меняю сейчас скорость на высоту и пошел у них там куролесить. В смысле, высоту на скорость меняю. Так. Сбил. Кто... Красава. Блин, меня гасят. Критическая скорость. Где мы, Тимэд? Я, блин, пошел носом. О, спасибо. У-ху-ху-ху! Это у меня повреждение движка или у него? Надеюсь, у него, потому что я чуваку стрелял прямо в рыло. А? Карма. Еще одного чувака критическое повреждение двигателя. Блин, они меня вдвоем сбить не могут. Красавчики, блин. А, давайте без лагов, давайте без лагов. Есть, я... Критическая скорость. Сбил, не сбил? Мне кажется, да, у меня появился значок сбития. Есть. Второго сбил. Есть. Блин, я тут прям дела творю. Давайте, ребят, подходите. Я тут вообще один остался. Я прям возле нашей базы. Тут просто берет чувак, у него проблемы с двигателем, какого-то фига он всех разваливает. Ну, такое бывает. Он просто знает, что у него больше всего скорости. Все, 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 я понял, как это делается. Я понял, как это делается. Сейчас. Я тут пока что один. А, меня база начинает гасить. Нет! Нет, блин. Меня с базы пушки сбили. Короче, надо не базу гасить. Нужно гасить вот эти бункеры маленькие. Я наконец-то понял, что да как. Хорошо. Давайте все-таки попробуем на Zero сходить. Turn time 14. Разочек. Чисто поинтересоваться, как он, что он. Это не мои любимые самолеты, но... Так. Кто у нас тут, допустим? У нас тут вот этот парень. Лучше всех вокруг... А че я не попадаю? О, наконец-то. Да. Лучше всех играет плюс. Минус. Минус, блин, чувак, лопни! Помогите! Да что такое? Есть. Есть, повреждение двигателя. Да блин, кошачий ястреб, так тебя. Все его сбили? Сбили, отлично. Так, хорошо. Они распылились. Их много там далеко. Так, у нас тут кто-то... Они на 2 километрах все от нас. Ну, более-менее, сейчас приближаются. Да ладно, они я просто толпой на одного идут, как волки. Давай, разворачивайся. Что у меня так критически не хватает скорости для разворота-то? Критически я есть. Я возле нашей базы, мне кто-нибудь поможет. Прям возле нашей базы, я близко. Ноуп. Просто ноуп. Ну, критически, ну блин! Да что за лаги-то? А-а-а! Убил! Да! Минуточку, мне что засчитали? Что засчитали? А, мне ранг засчитали. Стоп, все хорошо, все хорошо, все нормально. Да блин, чувак лагающий, просто читер. Это он... чувак, у которого скин. Слушай, че? Он просто уходит из-под моей... Ау, меня сбили. Он просто уходит из-под моего обстрела за счет того, что у него дергается самолет. Так, нет, давайте на Wildcat. Все-таки он мне нравится больше, не знаю. Mitsubishi, это не Mitsubishi, а М-ка мне не зашел. Ну-ка, 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 давай. Давай. Есть, критический. Давай.
Есть, сбил. Я его навесом докинул, короче. Он за километр от меня улетел. Я ему докинул, короче, в навесик и попал. Хорошо, красиво получилось. Фух. Так, суперски. Опять я возле нашей базы, а мне никто помогать не хочет. Я возле нашей базы, я помогаю. Все пучком. Мои тиммейты просто не тиммейты, а не люди. Ну блин, ну я в него должен был больше всадить, там было на линии, он был не так... Ладно, хорошо. Давай, чувак. Да ладно тебе! Так, что это у нас, ПСРакушка? Да, ПСРакушка. Ай! Я маневр не рассчитал, черт побери! Заметил слишком поздно. Да, да, согласен, мой косяк. Хорошо, ладно, поехали дальше. Есть парни, которые знают, что они просто быстрее всех... И не берутся тут на тебя. Так а почему нет, если ты знаешь преимущество своего самолета, этими преимуществами надо пользоваться. Тут я как раз совсем не против. Так, а, вот, а, чувак разбился, отлично. У нас есть на километре и на километре 30. Вот он. Ах ты! А! Оу! Мы выиграли раунд. Есть! Раунд! Выиграли. А? Выиграли. Я же говорю, мы выиграли. Почему мы проиграли? Стой, было 3 раунда, да? Mm-hmm. А, видимо, 2-1, мы победили. Ха-ха-ха. Так, о, бэджики прилетели. О, 55 штук, отлично. Значит, из третьего можно будет, смотрите, тут можно купить БФ-ку 109-ю. Тут можно купить... А, Spitfire у меня еще закрыт. Значит, можно купить БФ-ку, или же я могу купить А6М3. А6М2, А6М3. Ну, я не знаю, он типа получше. Я на самом деле хочу БФ-ку. Он стоит 95 тысяч, и самолет должен быть хорош, поэтому я бы, наверное, копил бы на него. Так, ладно. Пом-пом-пом-пом-пом, присоединяемся. А, ты играешь, нет? Я выбираю самолеты. Пам, понял, хорошо. Ну, я нажимаю играть. Я тоже. Да? Да. Блин, надо было нажать присоединиться к другу. Ну ладно, меня закинуло, похоже, без тебя на последнюю карточку. Сейчас посмотрим. Мы вместе. Ну ладно, я надеюсь, что так. Ну-ка, минутку, ребят, вернуться в лобби. Я могу, не могу, ладно. Давайте деплой. Дата у нас. Я сейчас, по-моему, в лобби возвращаюсь. Ну-ка, присоединиться к другу. Почему мне не высвечивается присоединиться к другу? Ладно, все, я опять захожу. Раунд начинается, когда у нас, блин, 3-4. Отличный баланс. Просто потому что я вышел... перфекто. Потому что я вышел, вас было 4-4, я просто вышел в лобби. Так, хорошо. Ну-ка. О, я с тобой в команде, отлично. Круто. Чувак приближается ко мне побольше. Приближается побольше, это как? О, тебя сбили. О, хорошо зашло. Я его с пике на него зашел. И получилось вообще красивенько. Имеет скорость на высоту. Шу! Есть, это мне килл засчитали, минус. Нет? Нет, не мне. Черт. Ладно. А мне, видимо, ассист дали, потому что дали 280 за счет. Так, вот этот вот мне нужен. Да ну ёпер СТ! Какое сваливание, вы о чем? О, сбили, отлично. Мне тоже за него сесть дали. Давай, набирай, я уже в пике ушел, набирай. Умри! Есть! Да. Его сбили. Я тебе сверху помогал. Ёпер, это как я в него не попал ни разу? Это как было-то сейчас? Он его еще и сбил. Ну ты нормальный. Есть. Хоть маленькая попаданница. Хоть чуть-чуть. Есть!
Криты понавешивал, круто. Три крита зашло. Круто. Повернись ко мне еще. О, хорошо. Так, у меня пока движок целый, пока целый. Так, 20 ранг. Есть! Еще два крита. Я его сбил. А, это сбитие! Есть! Красиво. Хорошо было, прям неплохо. Так, хорошо. Мне нужно. Блин, по наземным целям отвратительно работать с таким пулеметом. Нет, не разворачивайся у меня перед носом. Давай, 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 крути разворот. Ну, скорее. Хорошо, хорошо, давай, давай, давай еще. Надо вот этого дожать. Блин, или меня сейчас собьют, пока я пытаюсь все это сделать. Или я его все-таки дожму. Есть! Красиво, сбитие засчитали. Ау. Ауф. Ау. Мне надо понять, по мне гасят? Нет. Да, 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 у меня прям на хвосте, чувак. Где-то. Я даже попал по нему, что? А, у меня движок желтый. Блин, 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 скорость, 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 скорость. Я тебя вижу. Я ему навешал немного. Но у меня скорость не хватает, я сейчас сваливаю, не уйду нафиг. Я вижу, как ты падаешь. Сейчас, погоди, я. Есть, я его сбил! У меня критическая скорость, но я сбил чувака. У меня нет движка. Я остался без движка, он красный. Блин, сейчас меня собьют, по-моему. Давай, вытягивай. Погоди, погоди, помогай. Нет, все, все. Фух. Вот это было неплохое, кстати, сражение. Мне понравилось. В смысле? Я же вверх поднял самолет, как я разбился. Ну, у тебя не хватило скорости на взлет. Учитывай. Но у меня была скорость 500. А значит, у тебя не хватило маневренности. Тут, по-моему, нету такой темы, как закрылки, предкрылки. Ну, предкрылков тогда еще не существовало на этих самолетах, а вот закрылки вполне могли быть. Их ставили в положение взлета, в боевое положение. Минус. Просто сбитие на месте. Отлично. Пока, чувачело. Радар здесь крайне неинформационный, если чё. О, булкер. Есть криток. Браток. О, еще два крита бургер влепил чуваку. Бургер. Еще один бункер сбил. Да, дружище, что ж я на тебя, по тебе не могу в маневре-то попасть? Там на хвост, иду к команде. Делаю ворота. Да лопни ты уже, что ты такой стойкий-то? Блин, желтый движок. А, он развернулся быстрее меня. Помоги, помоги, помоги. Оп-оп-оп-оп, двое, 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 второй, второй сзади, блин. Это сзади меня второй. Так. Меняем направление, попробуем выйти вот таким образом. Скорость! Почему я опять воздух смог? Ай, блин! Мне скорости не хватило. Он на маневре потерял скорость, и у меня ее осталось там 200 километров каких-то жалких. А меня воздух убил. Задохнулся, что ли? Так, вот, вот этот чувак мне нужен. Попробуем навесиком сейчас его достать. Блин, навесиком не получается. Я вижу, как с тобой идет хвост. Фига ли за мной-то? Почти. Я почти уничтожил твой хвост. Давай, давай, давай. Блин, ты же без хвоста останешься, если я его уничтожу. Черт, у меня не хватает маневренности. Наверх. Да какого же фига? Ну я ж был прям в упреждение стрелял. Вниз. Давай, вниз, вниз. Я заметил то, что мы на самолете нет пилота. Я самолет-призрак. Супер. Вывернись. Есть! Я чуваку неплохо навешал.
Криты, криты! Есть, есть! Ой, блин, меня сбили. Я чуваку критов навешал 3 штуки. До этого тоже, я не знаю, у него там... Я не знаю, на чем он сейчас летает. О, надо было убить Wildcat. Дикий кот! Так, осталась минута. У нас... мы проигрываем на один самолет, если что. О, ровно, есть. Есть, один есть. Одного уничтожил. Теперь второй. Блин, мне нужно взять себе цель. Вот цель. Почти есть, у него движок сломался, он очень неповоротливый теперь. Крылышки пострелял. Есть, Питти. А! Сбил. Красава. Ой, у меня с самолетом большие проблемы. Держи криток, чувачок. Блин, он 300 метров от меня. Надо срочно вывернуть. Проблемы. Иду, иду, иду. Да вывернись, пожалуйста. Он вообще не остановился. Блин, хвост. Откуда? Откуда ты на таком же Wildcat-то летаешь? Откуда у тебя столько маневренности? Это как вообще? Это какая-то прокачанная версия Wildcat-то вроде? Ну, F3. Погодите, F3 это третья модификация. Я да ладно! Я же... Нет, мы проиграли. Я уже вышел на него, я уже начал по нему стрелять. Мне не хватило секунд 5 буквально. Ай, вот это сейчас было печально. Вот нет, мы проиграли, было. У нас же было все супер. Но ну как мы могли? О, кстати, у нас 98 тысяч. Ладно, ребят. У меня 100 тысяч. Значит, неплохо поиграли. Все, на этом, наверное, тогда, пожалуй, сегодняшнюю серию закончим. Но на самом деле здесь очень интересно. Я бы мог рекомендовать этот режим запросто. Тут прикольно, тут хорошо. Давайте мы купим себе третий самолет. Как я и говорил, это будет у нас БФ-ка. Вот, за 98 штук купим, за 95. Суперски. Да, в следующий раз, если что, мы полетаем на нем. Он очень прикольно выглядит. Ну, кроме того, что выглядит, у него очень хорошие показатели. Поэтому, думаю, зайдет хорошо. Все, ребят, спасибо, что были с нами. На этом у нас все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.